По меньшей мере один человек погиб в субботу в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява. Более 40 человек получили ожоги, некоторые сильные. Небо в буквальном смысле потемнело от вулканического пепла, который затем обрушился на близлежащие деревни, заставив жителей в панике спасаться бегством. Как сообщает Национальное агентство по стихийным бедствиям, вулкан активизировался в субботу в 15 часов по местному, 11 утра по московскому времени. Жители населенных пунктов недалеко от подножия вулкана призвали срочно покинуть свои дома. На место извержения выехали специалисты агентства по стихийным бедствиям для наблюдения за ситуацией, сбора данных и проведения эвакуации.